Сегодня мы очень постарались сделать так, чтобы за время нашего отчетного концерта, прямоэфирного, перед вами прошла бы вся история развития современного шоу-бизнеса. У него, безусловно, есть своя история. Даже у фабрики, которая в этом шоу-бизнесе явление самое новое, самое молодое, тоже есть история, которая начиналась с Игоря Матвиенко, музыкального продюсера самой первой «Фабрики звезд». Добрый вечер, Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите задать вам вопрос? Я думаю, только вы один можете на него ответить. Вот в чем разница между первым поколением полуфабрикатов и вот этим третьим, за которым мы сейчас наблюдаем, как вы думаете? Первые родные, а эти, наверное, только будут родными скоро. А вообще сейчас я испытываю чувство такого глубокой ностальгии, потому что я давно не был в этом зале, и мне очень приятно, что вообще, что сейчас происходит, и мне очень приятно смотреть на это шоу. Мы подобрали выроненное вами знамя. Ровно год назад мы вот так вот стояли, общались с Игорем Матвиенко. Он сидел, правда, здесь, в преподавательской ложе, а я была там, где мне положено быть, на сцене. Дамы и господа, я хочу с гордостью представить вам выпускниц первого поколения «Фабрики звезд». Группа «Фабрика»! Еще чуть-чуть. Ты подумай пока немного. Пять минут до встречи, пять минут. Как вечность, ты еще не знаешь. Это много или мало знаешь. Пять минут до встречи, пять минут. И вечер ты меня ревнуешь, а потом меня целуешь. Пять минут до встречи, пять минут. Как вечность, ты еще не знаешь. Это много. Wow.
молодежи «Современность». Никита Малинин, «Фабрика 3». И девушки, которые в масштабах, наверное, эстрады вообще молоденькие и начинающие, но в масштабах «Фабрики» они ветеранки. Группа «Фабрика». А вот разрешите вам представить еще одну красу и гордость Игоря Матвиенко, которая, кстати, написала слова к этой песне. Юлия Бужилова! Обо всех о них, о Никите, вообще о «Фабрике». Все, что вы хотите знать о «Фабрике звезд», но не можете спросить, потому что к нам сюда попасть очень сложно, вы можете прочесть в этом новом журнале «ЕС Фабрика звезд». Дамы и господа, то, что не умещается в рамки телеэфира и интернет-пространства, мы изложили здесь, в прессе. Тут то, чего не показывают по телевизору. Интервью, фотографии, постеры. Вот так незаметно в средствах массовой информации мы, «Фабрика», творим ваше будущее. До встречи на первом после рекламы.